Отпуск, это ведь Литва, это Вильнюс, да, сегодня? Да-да-да, сегодня в Вильнюсе, вот только что закончили один вебинар, и сразу вот начинаем другой русский вебинар. Как всем дела, что имеем здесь? Ольга, вижу, Евгения, Таня, Марина, Елена. Ага, мы уже тут. Мы... Супер, супер. Уже. Хорошо всех видит. В зуме. Так. Ясно, ясно. Вот так. Может быть, тогда и начинаем? Давай. По чуть-чуть. Угу. Окей. Так, сегодня я как хотел с вами поделиться советами из самых сильных женщин в сетевом маркетинге. Это было обучение, которое мы были в прошлом году, апреле. Если можете, выключите свои микрофоны все, что не было дополнительного звука, чтобы все слушали хорошо. Вот. И там мы имели женщины, которые зарабатывают больше, чем миллионы долларов каждый год в сетевом маркетинге, которые делились своими советами. Так я тоже хотел сегодня несколько из этих советов поделиться с вами. Может быть, это тоже вам поможет в бизнесе. Так, первый совет — это стараться понять человека. Потому что большинство людей... только ждет, пока мы перестанем говорить, чтобы они могли сказать, что они хотят. Они не стараются нас понимать, они не стараются понимать, что мы хотим сказать, они только вот пробуют сказать, что они хотят, свою информацию передать тебе. И то же самое в сетевом маркетинге. Мы так любим свои компании, мы так любим свои продукты, что мы только хотим говорить о свой бизнес, но не хотим слушать, что человек хочет. Иногда, вот я как говорю с лидерами, они говорят, о, у меня в команде никто не мотивирован, у меня в команде никто не работает, никто не стремится и так далее. А я говорю, а какие цели у твоих людей? Они говорят, а я не знаю. Я показываю им вот маркетинговый план, я показываю все программы мотивационные, они должны делать то, что я показываю, да? Но не совсем. Может быть, нам надо узнать, что человек хочет, что, где его мотивация есть, чтобы ему помочь именно достигнуть то, что он хочет. Тогда он будет работать в нашей команде, будет делать действия, потому что он сейчас... старается достигнуть свою цель, не нашу цель, да, потому что иногда мы имеем свои цели, и мы хотим, чтобы люди наши цели делали, да, не свои цели. Так это вот первый такой совет из успешных женщин. Второе — это стараться быть самой лучшей версией себя. Потому что, опять, очень много... людей сетевого маркетинга спрашивают, а сколько минимум баллов нужно сделать? А сколько минимум нужно сделать, чтобы вот я достигнул этот уровень? А сколько минимум сделать, чтобы вот я получил это путешествие и так далее, да? Если мы концентрируемся на минимум, ну тогда будем и зарабатывать минимум. А если мы хотим достигнуть самые высокие результаты, тогда нам и нужно делать максимум, программу максимум, не программу минимум. И потому, может быть, было бы хорошо всегда думать, это следующий такой совет, иметь цели, которые большие, чем мы. Потому что если наша цель, например, заработать 1000 евро или 1000 долларов в месяц, да? Но это, конечно, наша цель, это хорошо все, но эта цель не будет мотивировать других людей, чтобы заработать тебе 1000 евро в месяц, да? Но если наша цель помочь 1000 людей заработать 100 тысяч долларов в год, сейчас эта цель может мотивировать других людей, потому что они подумают, а, может быть, я буду один из этих 1000 людей, которым он или она поможет, да? Так опять, наша миссия или наша визия должна быть больше, чем только мы, больше, чем только
нам надо, да? Третье или четвертое, нам нужно стать как почти как в английском языке называется obsessed. Так это почти как, ну, сумасшедшие, потерять свой ум за этот бизнес, да? Это значит, нам нужно жить этим бизнесом, думать постоянно этот бизнес, делая действия, которым нам поможет достигнуть результата. Вот иногда люди спрашивают Ирену Оливер, а сколько часы вы работаете в день? И она не понимает такого вопроса, да, потому что у ее бизнес 24 часа в день, да, но это не значит, что это как какая-то очень сложная или что-то, как она должна это делать, но не хочет это делать. Нет, это по-другому. Когда ты любишь, что ты делаешь, тогда тебе не сложно это делать. То же самое мне. Я, например, вот в Литве, да, я постоянно делаю лайв или зум или что-то такое, и мне люди пишут, друзья вот в Фейсбуке, говорит, а ты когда-то расслабляешься, а ты когда-то перестанешь работать? Я говорю, ну мне, если мне нравится делать вот всякие эти лайвы, всякие обучения, делиться своими знаниями, так мне это не как работа, мне это не сложно делать, мне это интересно, мне это удобно, мне это хочется делать, да? Это моя мотивация это делать. И вот когда тебе твой бизнес станет не как работа, а как что-то такое, что ты любишь делать, тогда гораздо легче делать результаты и достигнуть хорошие, высокие уровни бизнеса. Да? Следующее – это любить свой продукт и помогать другим полюбить продукт тоже. Если мы хотим помочь, как можно больше людей стать уверенным в себя в бизнесе, нам надо, чтобы они имели свою историю продукта, чтобы они использовали продукт и увидели результаты. Потому что человек не уверен только тогда, когда он не верит в том, что он делает. И, например, когда вот новые люди начинают в бизнесе, и этот человек еще не попробовал продукта, и кто-то говорит, а, это плохая компания, а, это плохой продукт. Он верит все, что другие люди говорят, потому что он сам не имеет своего опыта. Но когда он сам попробовал продукцию, когда он сам или она сама попробовала продукты, тогда она станет уверенной. Неважно, что кто-то говорит, что «О, это плохой продукт», он будет говорить «Хорошо, отдай мне, я дам тебе деньги обратно, потому что я знаю, что этот продукт хороший, я использую постоянно, и я знаю, что это все в порядке, я дам тебе деньги обратно, дай мне продукт, все в порядке». Да? Он не будет перестать делать бизнес или бояться, там, что «Ой, может быть, мой продукт плохой, может быть, моя компания плохая» и так далее. Да? Так потому нам надо постоянно помогать людям получать эту историю продукта. Следующий совет – это не сравнивать себя с другими людьми. Да? Потому что, опять, это как всегда будет иметь плохой эффект на нас и на наш бизнес. Да? Мы не можем сравнивать себя с другими людьми, потому что они имеют разные путешествия. Да? Например, мы сравниваем, может быть, свой кадр номер один в фильме с их кадр 25 в фильме. Да? Может быть, они уже гораздо больше опыта имеют, может быть, они гораздо больше знаний имеют, может быть, они гораздо больше работы сделали, чтобы достигнуть лучшие результаты или зарабатывать больше денег. Если мы будем сравнивать себя с ними, мы постоянно будем чувствовать, что вот я какой-то нехорошо работаю, во мне не приходит результат, которого я хочу. Мы только можем сравнивать себя с собой, прошлой версией себя. Да? Например, себя сегодня с собой неделю назад или с собой месяц назад. И увидеть, если мы прогрессируем, если мы меняемся, если мы как свои знания увышиваем и так далее, и так далее. Это нам тогда хорошо сравнивается только с собой, не с другими людьми. Так вот, такие несколько советов, может быть, Ирена что-то добавит тоже, что из ее опыта успешные люди делают в бизнесе. Да, Гедиминас, вот именно, так как мы оба были на этом
этом тренинге успешных женщин мира, конечно, вот именно я всегда вот и сама там не проверяю, в зале сидишь, именно, сидишь вот и головой киваешь, потому что именно то делаю, именно и то делаю, и не устаю, и потому что мне это нравится, я, ну, не могу просто даже понять, как это кому-то может не нравиться. Но, опять же, люди разные, поэтому очень надо вот именно знать их цели, чего они приходят. Потому что вот моя и цель, Гедимина сказал, нам хочется познакомить с компанией FM весь мир. И нам, и лучше всего даже подписать всех людей в мире, да, в эту компанию. Было тогда классно. А тогда уже мы переселили бы в какую-то другую планету. Но люди приходят, люди и уходят. И иногда из-за того, что вот мы как-то не раскрываем. Может быть, нам не хватает времени это какие-то качества в них увидеть. И поэтому вот именно надо слушать людей. Надо научиться задавать вопросы и слушать. Потому что тогда мы будем знать, кто перед нами и какие планы они знают. Конечно, если сказать, что ты хочешь достигнуть. Но сперва надо показать большую картинку, потому что человек даже не знает, чего тут можно ожидать. А потом есть люди, которые вот эту картинку стараются показать, ну, заработать 3 там какие-то доллара, фунта, евро, рубля, не знаю как, какая валюта. Но иногда везде это можно, такие маленькие деньги везде заработать. Но я думаю, что лучше всегда показать вообще реальную, но большую картинку. То есть сейчас сказать, вот сейчас хотела бы, вот большая картинка. Подпишем всех людей в мире FFM. Ну, это большая, но это нереальная, да? Но такую реальную, но большую картинку. А потом человек посмотрит, на какой где-то вот ниже он может его найти свою нишу. Только попробовать продумать. И тоже по каталонной цене хорошо. Да, что хотел сказать, Гедиминас? Да, и тоже еще один совет, это учиться от ошибок других людей. Потому что, опять, иногда мы думаем, что мы знаем все самое лучшее. Я был такой, когда я начинал, я думал, что мои спонсоры ничего не понимают, я самый умный, я самый такой, другой, и я думал, что я все знаю. Но мы не можем все ошибки сделать сами, потому что мы не будем так долго жить. И потому, если мы хотим получать лучший результат быстрее, нужно начинать учиться от других ошибок других людей, именно ваших лидеров, ваших спонсоров. Так вот, слушать таких лидеров, как Ирена, как Виктория, как Альмира, как Людмила, как Анна, потому что они уже сделали ошибки, да, и они могут вам сказать, что вот не делай этого, потому что это не работает, я уже пробовала, нет, это не работает, да, лучше делай то другое, да, так всегда пробуйте свои планы поделиться со своими спонсорами, со своими лидерами и спросите, вот я думаю делать что-то такое, что ты думаешь? Хорошо это было бы или нехорошо. И ваш лидер или ваш спонсор всегда, если это хорошая идея, он или она всегда скажет, да-да-да-да, супер, делай это. Но если они пробовали, это не работает, скажут вам, и вам тогда сохраняют время и энергию, потому что вы не будете тратить бесполезно свое время на что-то, что не работает по-любому. Я вот еще заметила, что несмотря, что мы говорим людям, все равно они делают так, как они задумали, то, наверное, вот было бы хорошо, вот, потому что вот у меня вот несколько дней вот подписалась девушка, вот и тоже я сказала, как, что сделать, и смотрю, что она делает, но вот не так, как я говорила, потому что, наверное, очень хорошо, хорошо, ты понял, и что ты сейчас будешь делать? Вот это, потому что нам кажется, что если я сказала, что они так будут и делать. Но, увы, люди сами такие думают, вот именно то, что он сказал, не говорил, а делать, именно и делает. Потому что как-то по-другому. Они пропускают наши, наверное, слова через... они зацикленные на какую-то другую версию и даже не слышат этого.
И иногда у вас будет люди, появятся такие люди, которые будут говорить, ну, я знаю, что у тебя есть там система, я знаю, что вы работаете там под какой-то системой, но я хочу по-своему делать. Я хочу делать так, как я хочу. И я всегда говорю, это, ну, мы не можем заставить человека делать то, что мы хотим, да? Но я всегда говорю человеку, если ты готов не зарабатывать деньги первые 6 месяцев или год, тогда делай так, как ты хочешь. Но если ты хочешь быстро начинать зарабатывать деньги, тогда лучше использовать систему, которая уже доказана, что работает. Систему, которую мы уже видим, что работает. Если ты будешь делать по-своему, я, конечно, не могу тебе запрести, да, но тогда я не могу гарантировать результат. Да-да, да-да. И знаете что? Как мы приходим в бизнес, мы такие, как, знаете, как взлетаем на крыльях, нам кажется, как это может люди нас не слышать? Но ведь было время, наверное, как и мы чего-то не слышали. Поэтому очень я всем лидерам советую в шутку я говорю, покупайте пластырь и заклейте свой рот и попросите, чтобы человек делал именно то, что вы говорите. Именно. А, вот. Так, я думаю, для сегодня все, потому что у меня батарейка почти закончилась. А, но если есть какие-то вопросы, конечно, можете сейчас задать, открыть свой микрофон, сказать или на комментариях написать. А мы попробуем ответить, если у вас есть какие-то вопросы перед тем, когда мой телефон совсем выключится. Я то вижу, что тут таких-то новичков-то почти нет. Тут лидеры, и же большие лидеры. Да. И, наверное, они ничего-то нового не услышали. Но повторение – мать учения. Именно. Здравствуйте, у меня есть вопрос. Да, очень приятно. Я всего лишь первый месяц. И вот вы говорите о схеме. Что бы вы мне посоветовали, чтобы быстро подняться? А вот надо было бы сейчас знать, кто ваш спонсор и что вы уже делаете, потому что вы уже месяц. Значит, не только про то, что... Я с 12 числа в компании, и я уже закрыла 6%. Ну, так значит, сказать, что вы уже правильно делаете. Да. А это сейчас то, что работает, вот надо немножко этих действий сделать больше. Да, самое важное – это три вещи. Первое – это проспектинг. Значит, связаться с людьми, чтобы они посмотрели на ваш бизнес. Чем больше людей вы можете связаться каждый день, тем лучше, тем быстрее будет результат. Второе – маркетинг. Начинать ставить какую-то информацию на Facebook, на Instagram, на ВКонтакте, на Одноклассники, везде, другие места, чтобы привлекать людей к себе. Это может быть фотографии, видео, лайв-трансляции, текст и так далее. Маркетинг. И третье – делать личное развитие. Каждый день инвестировать на себя. Читать книги, смотреть видео, участвовать в зумах таких и так далее, чтобы расти себя, чтобы иметь мотивацию. Потому что мотивация, как люди говорят, мотивация не работает. Я вот смотивировалась, а через день-два опять мотивация пропала. Да. То же самое, как душ. Потому мы принимаем душ каждый день. И мотивацию нужно принимать каждый день. Если вы этих три вещи будете делать каждый день, вам результаты появятся еще более, чем что вы уже получили. И знаете, я еще добавлю, что если вы уже на 6%, значит, это не знаю, только вы сами, или уже у вас команда какая-то есть? Команда из 3 человек. Вот, понимаете сейчас, если вы сейчас помогли бы 3 людям с вашей командой сделать, что вы уже сделали, вот и это и будет прогресс. Спасибо большое. Очень хорошо, спасибо. Кто еще, ребята? Девочки, мальчики. На самом деле, спасибо вам большое, Гедиминес, и вам, Ирена, большое спасибо, настолько мотивирует и заряжает. Я каждый раз, когда вас посмотрю, вот реально, как волшебный пендель, бегу и делаю. Вот, значит, наши фотографии повесьте себе на сцене где-нибудь, и мы вам будем...
Волшебный пендель, хорошо. Супер. Ну что, тогда спасибо всем, кто подключились. Еще раз извиняюсь, что опаздывали несколько минут, но спасибо тем, которые подключились. А запись потом поставим на группу. А если будет еще какие-то вопросы, можете тоже затагивать свою команду под этим запись, чтобы они просмотрели тоже. Ну и все. Всем хорошего дня и до скорого. Пока-пока. Пока-пока.